Для предупреждения последствий весеннего паводка в округе были усилены работы по расчистке кюветов и ливневой канализации. Работы начались еще в середине февраля. С 12 февраля уже расчистили больше 4500 погонных метров кюветов. Основные работы велись, например, на улицах Пролетарская, Горького, Ермакова, Мельничной, в переулке Снеговом. На этих выходных работы велись на улицах Воровского, Ивасика, Муравьева и Чемеркина. Для устранения застоя воды была задействована техника водоканала и МУБОСа. На других участках велась работа по водоотведению, прогреванию труб. В период с 18 января город очистили от 92 тысяч кубометров снега, а это практически вдвое больше, чем за этот же период прошлого года. Работы по расчистке кюветов, уборке снега и водоотведению продолжаются до сих пор.